четверг, 28 апреля, на площади Победы состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на доску почета Рязанской области. Занесение на доску почета – это знак отличия и благодарности со стороны государства, широкое общественное признание и положительный пример для молодого поколения. По итогам ежегодного конкурса на доску почета было занесено 48 человек и 12 организаций региона. С приветственным словом к присутствующим обратился губернатор Олег Ковалев. Не случайно мы вручаем свидетельство в преддверии Дня весны и труда. Это праздник тех, кто своей качественной, самоотверженной работой заслужил большое уважение и почет в обществе. Во многом благодаря труду этих людей мы сегодня имеем возможность выполнять социальные обязательства перед обществом, строить детсады, школы, спортивные объекты, последовательно повышать заработную плату в бюджетной сфере, совершенствовать систему здравоохранения и образования. Люди труда, основатели и продолжатели рабочих династий, хранители лучших традиций поколений производственников, наставники являются лучшим примером и для молодежи. Вся жизнь тех, кого называют мастером своего дела, это своего рода учебное пособие для молодых, ответ на вопрос, что нужно делать, чтобы стать настоящим гражданином своей страны, стать человеком с большой буквы. Мы сегодня делаем все для того, чтобы поднять в регионе престиж рабочих профессий, повысить качество жизни людей. У нас много заслуженных работников, много талантливой молодежи, и поэтому мы уверенно смотрим в будущее. Я убежден, что консолидация усилий, стремление эффективно работать на благо всей страны и региона даст новые возможности для развития нашего любимого Рязанского края. Спасибо. Среди тех, чьи фотографии занесены на областную доску почета, рабочие инженеры, строители и промышленники, труженики аграрного комплекса, предприниматели, врачи, педагоги и работники культуры.